В эфире 7-го новости мы подводим информационные итоги дня. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Экс-военкома Одесской области выпустили из СИЗО. 1 300 000 гривен залога за Юрия Пискуна внесла его бывшая жена. Съемочная группа 7-го телеканала наконец-то сумела вернуться домой, захваченной мятежом Турции. Когда ворвались солдаты, пол аэропорта легло на пол автоматически. Мать семерых детей выселили из подвала на Сигетской. Только улица меня ждет, больше нет куда. Двое журналистов и оператор 7-го телеканала наконец-то сумели добраться домой, захваченной мятежом Турции. Наши коллеги, которые оказались заложниками военного переворота в этой стране, вернулись домой. Закрытое небо Стамбула удерживало их несколько дней. Слезы радости, объятия и усталость от пережитого. В сюжете Игоря Хмурова. Полы в аэропорту как бы не очень. Ползать по ним совершенно неудобно. Мария Ковалева, Вячеслав Касим и Никита Кричко сумели прилететь домой лишь вечером воскресенья, хотя командировка планировалась суточная. Несколько дней подряд рейсы из Стамбула переносили из-за авиации, которую применили обе стороны конфликта. Кроме наших коллег, заложниками ситуации оказались сотни одесситов. Мария рассказала, когда мятежные армейцы ворвались в здание, им помогла выбраться одна из сотрудниц аэропорта. В момент, когда начался хаос, мы подумали, что на самом деле в массовых местах не так безопасно. Спустились вниз. Мы подошли к сотрудникам аэропорта. Они сказали, что выйти из аэропорта нельзя. Но одна милая барышня нам порекомендовала, что работники аэропорта уходят по этой черной лестнице. И показала, где она находится. Мы успели по этой черной лестнице сбежать вниз. Внизу был человек, который сказал, что разрешает нам выйти на паспортный контроль, на влет. Типа, как будто бы мы прилетели. Мы пробежали, в этот момент как раз началась вся заварушка. Так у Марии в загранпаспорте появился интересный набор печатей. За одни сутки она успела трижды бюрократически пересечь границу Турции. Вот наш аэропорт хвастался тем, что можно улететь и прилететь в Стамбул за одни сутки, а я успела улететь, прилететь и снова улететь. Когда ворвались солдаты, пол аэропорта легло на пол автоматически. Потому что начался шум, и никто не знал, может быть, взрыв, начнут стрелять или не начнут. Поэтому мы легли тоже на пол, быстренько переползли за укрытие. Тем временем в Стамбуле то тут, то там шли бои. Улицы города заполнили местные жители. Они вышли не в поддержку тех или иных политических сил. Люди просто не хотели войны. Собрать такую огромную толпу просто за какого-то политика – это невозможно. То есть, когда Эрдоган призвал типа идти в аэропорты, люди вышли не за него. Люди вышли для того, чтобы не было вооруженных конфликтов. Они устали от этого. Из-за отмены всех рейсов найти свободный номер в Стамбуле было практически невозможно. Нашим коллегам пришлось ютиться втроем в малогабаритной комнатушке. До самого рассвета они не могли уснуть из-за военной авиации. Примерно до 6 утра кружили истребители, очень низко. То есть первый раз мы сначала подумали, что сбрасывают какие-то ракеты, потому что очень громкий был звук. Вот. Но потом уже открыли окно, стали смотреть. У нас истребитель летел между двумя домами, вот около нашей гостиницы, вот так. То есть он вот так вот пролетел, поднялся выше. Несколько нервозных дней в новой горячей точке мира сильно вымотали ребят. Поэтому встреча в аэропорту была недолгой. Мы рады приветствовать наших коллег в родной Одессе. Ну а больше подробностей про военный переворот в Турции от первого лица вы узнаете позже. Игорь Хмурый, Евгений Руденко, 7-й канал. Экс-военкома Одесской области выпустили из СИЗО. Залог 1 300 000 гривен за Юрия Пискуна внесла его бывшая жена. Арестант покинул изолятор вместе с багажом, полными сумками одежды и бытовой техникой.
Военкома задержали около года назад по подозрению в коррупции. У изолятора экс-военкома встречали активисты, журналисты и бывшая жена. В СИЗО женщина приехала на внедорожнике. Она жалуется, Юрия Пискуна во время ареста буквально пытали. Больного диабетом военного едва не довели до смерти. При таком диагнозе просто невозможно, не содержат людей в СИЗО. Он единственный человек, который с таким диагнозом год продержали в СИЗО. У него жуткие осложнения пошли, кожные. Он стал гипертоником жутким, хотя у него ничего до этого не было. Именно бывшая жена собрала деньги на залог. 1 300 000 гривен она якобы раздобыла, продав квартиру и взяв в долг у родственников. До этого залог был неправомерен. Он превышал все нормативные документы. А сейчас суд пересмотрел и сделал на верхней границе нормы, хотя и это не соответствует истине. Замученный арестант вышел из СИЗО на своих двоих. У экс-военкома даже нашли силы для бодрого общения с прессой. Юрий Пискун отрицает обвинения в коррупции и ругает администрацию изолятора. Лекарства не давали, содержали плохо, не кормили ни разу. Сыдрина. В общем-то, сам себя кормил, сам готовил. Есть экспертиза, которая четко говорит о том, что я ни к чему не прикасался. То, что нашли в машине, не в моей, не моя машина. Вслед за бывшим военкомом из ворот вынесли его багаж. Полные сумки одежды, вентилятор, мультиварка и даже спутниковая антенна с телевизором и колонками к нему. Я знаю однозначно и на все 100%, что в него там были достаточно комфортные условия. У него там был мобильный телефон, был доступ до мережи интернет. Ему цьому администрация слідчого изолятора усіляко сприяла. СБУ и военная прокуратура задержали Юрия Пискуна и его возможных сообщников еще в июне прошлого года. По данным следствия, он получил почти 4000 долларов за 2 военных билета с пометкой «Негоден». Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал. На внеочередной сессии Одесского горсовета, которая пройдет 20 июля, городская власть будет, цитирую, «пилить бюджет». В этом уверены активисты сразу нескольких общественных организаций, в том числе участники так называемого антитрухановского Майдана. Напомню, на 20 июля запланирована внеочередная сессия, на которой рассмотрят вопросы, связанные с бюджетом города. На сессии 20 числа будет очередной распил большой. Потому что те средства, которые поступают в городскую казну на сегодняшний день, вот, за счет децентрализации частичной, они увеличены. По инсайдерской информации сумма уже достигает порядка 700 миллионов. То есть это те деньги, которые будут тем или иным образом распределяться. Опять-таки, как мы все знаем, эти деньги распределяются почему-то у нас... 80 как минимум процентов средств бюджетных в городе распределяется на компании, которые связаны напрямую, связаны с действующим мэром. По мнению активистов, городские власти во главе с мэром Геннадием Трухановым зачастили с проведением внеочередных сессий, ощущая шаткость своих позиций. Это уже стало заметно в Киеве. Я думаю, что администрация президента и президент уже довольно пристально за этим всем следит. И одесская власть, на мой взгляд, торопится украсть деньги, потому что кредит доверия давно закончился, как у одесситов, это однозначно, как у киевской власти, которая до сих пор считала до недавнего времени Трухановскую банду, к сожалению, считала политическим союзником. Я думаю, что этот кредит доверия, он уже заканчивается. И вот те револьверные сессии, которые сейчас будут происходить 20-го, 28-го, это, скажем так, это средство, незаконное средство побыстрее распилить большие средства в городском бюджете, которые на самом деле должны служить одесситам, а не группе людей. Мать семерых детей выселили из подвала на Сигетской. Такого решения добились соседи и председатель местного ОСМД. Свидетелями жилищной ссоры стала и наша съемочная группа. Подробности смотрите далее. 3 года назад эта семья лишилась главного кормильца. Женщина осталась одна и 7 детей. Теперь они отрезаны от минимальных инженерных коммуникаций, живут в условиях антисанитарии. Но в скором времени могут лишиться даже этого жилья. Надежда работает дворником в Фонтанском ЖКС. Город выделил для нее жилье. По факту это подвал. В семье Надежды, кроме взрослых детей, 3 несовершеннолетних. Старшая дочь беременна 5-м ребенком. В подвале с ними живет и тяжелобольная девочка с диагнозом ДЦП. Теперь их всех хотят выселить соседи.
Только улица меня ждет, больше неоткуда. У меня была такая же ситуация 4 года назад. 4 года, я была 2 недели на улице. 2 недели, я тоже с детьми жила на улице. Когда нас выселяли, ребенок поломал руку. У нас одна женщина приняла добрая, мамина подруга. Соседи Надежды Котляр говорят, что не хотят, чтобы в подвале дома на Сигетской проживали бродяги, ни к чему, по их словам, разводить антисанитарию. Здесь проживало количество личностей неизвестных. Порядка 50. Порядка 50 человек. И неизвестно, кто их селил. Живет незаконно. Пользуется водой и светом незаконно. Город должен ей дать какое-то жилье. Все. Вот все комментарии. Пусть город разбирается. Город живет здесь уже 3 года. Поселили пусть, без документов, без ничего. Пусть разбирается. Противники Котляр отключили свет в ее помещении, заварили дверь в подвале, которая открывала доступ к ванной и туалету. Детвора боялась оставаться без освещения, еду им пришлось есть неразогретой. Как видите сами, у меня свет нету. Дети на сегодняшний день на одной мороженой. Даже женщина там, которая постоянно им денежку дает, они пошли купили мороженое. Я им дала тоже на булочку сегодня с соком, это не, ну, никуда не годится. А больная девочка сегодня на сегодняшний день горячий не ела. Когда света нету, я плохо иногда спаю без света. Многодетная мать рассказывает, что ей предлагали переехать, но она отказалась, так как там сырые стены и нет доступа к воздуху. А ребенку с детским церебральным параличом такие условия не подойдут. Дети просят, на море не могу выйти, бо боюсь, что мне выселят отсюда полностью вещами. Уже второй раз это оказываюсь на улице. Ну, сейчас большая семья находится в общежитии на улице Красной, где она пробудет 3 месяца, так как у дочери есть статус переселенки. Что будет с ними потом, зависит от решения мэрии, которая, видимо, не торопится помогать нуждающимся. Мария Сапкалова, Евгений Руденко, 7 канал. На 7-м километре разгорается новый конфликт. Цена вопроса – 50 торговых контейнеров в самых рентабельных частях рынка. Претензии возмущенных предпринимателей на месте события выслушал Игорь Хмурый. Много лет назад создатели крупнейшего рынка Украины получили кусок земли, принадлежащий Министерству обороны, в обмен на будущие торговые места. Армейцы свою долю сдали в аренду частникам. С развитием 7-го места Минобороны оказались в очень лакомой зоне, в частности на так называемой Розовой улице. Поэтому продление договора с предпринимателями в конце нулевых вылилось в скандал. С 98 года эти контейнеры якобы Министерству обороны переданы в аренду на 99 лет по договору. Мы только сегодня узнали. Но на тот момент пивденные компании, дочерние предприятия с Министерством обороны, мы подписали договор с нами на 10 лет. Также продолжение на 10 лет в 2009 году. Им захотелось у нас, у предпринимателей, деньги. Они 100 тысяч долларов просили, потом дошли до 40, мы дошли жалобу до Министерства обороны. В итоге посредники получили по 40 тысяч долларов с каждого коммерсанта, естественно, неофициально. По-белому предприниматели продолжают платить 2000 гривен в месяц. Ради откупных многим из них пришлось залезть в долги. Но доработать спокойно оговоренные 10 лет им так и не дали. С тех пор армейцы сменили несколько предприятий-посредников. Вискторгсер. Это концерн такой. С этим концерном связаны вообще на Украине постоянные тоже проблемы у Министерства обороны. Мы согласны с ними заключить ДОП соглашение. Договор у нас есть с Министерством обороны до 2019 года. ДОП соглашение, если Министерство обороны вывело нас из ТВК и передало нас Висторг-сервису этому концерну, она просто должна на эти 3 года еще, которые у нас остались, заключить с нами ДОП соглашение и предоставить счет. Такой вариант не устраивает нового посредника. Представитель концерна Вадим Кутовой хочет изменить условия договора и заключить его заново. Частникам предлагаемая схема сотрудничества кажется слишком мутной. Этот человек появился непонятно какой. Ему выдано, концерн выдал ему удостоверение 21 июня. Он вообще рассказывает небылицы такие. И он просит у нас аренду, дать ему на руки за наши контейнера, написать нам расписку, а потом через день мы должны приходить забирать эту расписку, а он эти деньги на какой-то счет будет переводить. Значит, если должно это все быть легитимно, у нас должны быть на руках официальные бумаги, почему, что происходит, почему не берут аренду, что нам надо доп. Соглашение, но никак заново договор, и предоставить счет, куда мы эти еще 3 года должны оплачивать аренду. По словам предпринимателей, посредник уже ищет новых партнеров.
партнеров, которые согласятся заплатить ему по 500 тысяч гривен откупных. Параллельно прекратился сбор аренды по старым договорам, что чревато односторонним разрывом отношений. Еще утром с Кутовым договорились о встрече, но после прибытия нашей съемочной группы он изменил свое решение. Ну так а где договор заключить? Мы не у нас договор еще есть. Вы подождите, Вадим, я ничего по телефону не согласна, так мы хотим вас видеть. Вы не хотите со мной общаться? Как это по отдельности? Вы должны сначала всем предпринимателям объяснить, что происходит. Официально нет, вы объяснили 10 человекам, а всем... Бросил трубку? Да, он бросил трубку. Судя по всему, сегодня встреча. Да, он уехал, он сюда сегодня уже не приедет, он куда-то везет письмо в Овидиопольскую обладминистра, я так и не поняла. Он сказал, что он со людьми, со всеми общаться не хочет, с каждым по отдельности в кабинете. Предприниматели уже собирают подписи под обращениями в Генпрокуратуру и прочие инстанции. Как только история получит продолжение, вы узнаете об этом первыми. Игорь Хмурый, Алексей Барановский, 7 канал. В Одессе начались 15-е украинско-американские учения «Сибрис». В них примут участие более 4000 военнослужащих из Украины, США и еще 14 стран-участниц. К слову, в Одессу прибудет личный состав из Турции. Украинское командование угрозы с их стороны не видит. На дійсний час Республика Туреччина не давала никаких данных щодо змін, рахуючи те, що Збройні сили Турції завжди проявляли пунктуальність. Я вважаю, що ніяких змін не буде. В этом году «Сибрис» будет проходить 2 недели на полигонах Одесской и Николаевской областей, а также в Черном море. Военнослужащие отработают действия по поддержке целостности границ условной территории. К учениям привлечены 26 кораблей, катеров и судов и около 200 единиц наземной и авиационной техники. Сценарий дуже простой. У кожної країни, мабуть, возникають періодичні такі проблеми щодо виникнення якихось сепаратистських рухів, які підтримуються ізвні. Моя страна дуже заінтересована во всьому, що відбувається в Чорному морі. Ми дійсно заінтересовані в обезпеченні безпеки в вашому регіоні. На Потемкинской лестнице показали Шерлока Холмса. Это первый в мире фильм о знаменитом сыщике. В этом году он отмечает столетний юбилей. Отреставрированный киношедевр в сопровождении симфонического оркестра увидели тысячи зрителей. Самое масштабное событие ОМКФ-2016 глазами Юлии Федоровой. Потемкинская лестница в предвкушении. Места поближе к сцене занимают за несколько часов до показа, прихватив с собой подстилки и средства против комаров. Впереди киноперформанс, который бывает только раз в году. Немое кино, окунуться в старину, увидеть что-то из классики, тем более под симфонический оркестр, это всегда здорово. Хорошая погода, прекрасный вид на море, общая такая дружелюбная, располагающая обстановка. Очень хорошо. Музыкальное оформление в составе 45 инструментов специально для кинопоказа написал Дональд Сосин, ведущий мировой композитор немого кино. Он играл на бродвейских шоу и создал композиции к 50 мюзиклам. Сегодня маэстро представляет фильм «Шерлок Холмс» в Одессе. Просто фантастика стоять тут и видеть всех вас. У вас тоже будет восторг, когда вы увидите этот фильм сегодня на экране. В этом году киноленте исполняется 100 лет. Долгое время она считалась утраченной. Год назад французская синематика сообщила, что в архивах были найдены 7 катушек пленки с копиями оригинального фильма. Достаточно много версий видели. Вот хотелось бы еще увидеть вот это вот, как бы, ну, не то что оригинал, но наиболее близкий, наверное, по атмосфере, по временам к оригиналу.
Киноперформанс на Потемкинской лестнице – самое масштабное событие Одесского международного кинофестиваля и один из крупнейших опен-эйров в Европе. Показ фильма сопровождает симфонический оркестр Одесского театра оперы и балета. Единение такое, знаете, здесь море, не знаю, ну, очень классно, оркестр очень хорошо, очень хорошо. Когда Одесса так собирается, я не знаю, я вот прям чувствую это вот как, ну, сплочение страны нашей, нашего города. Это как по-семейному, знаете, как вся такая огромная семья. Атмосфера замечательная, очень теплая, очень ласковая, солнечная, теплая. Не у всех есть Потемкинская лестница, поэтому Одесса этим может похвастаться и, естественно, показать это всем, кто желает познакомиться с Одессой. В следующем сезоне он приедет для того, чтобы посмотреть это воочию. По предварительным подсчетам, кинопоказ собрал больше 15 тысяч зрителей. В следующем году во время ОМКФ представители Книги рекордов Гиннесса приедут на Потемкинскую, чтобы зафиксировать рекорд самого массового кинопросмотра под открытым небом. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, Андрей Кульба, 7 канал. Вместо изумрудного газона – песчаная площадка и отдыхающие на море в качестве зрителей. В Одессе стартовал открытый чемпионат города по пляжному футболу. Традиционно турнир проходит на пляже Копакабана на 14-й фонтана. На открытии побывала и наша съемочная группа. После двухлетнего перерыва на одесскую Копакабана на 14-й фонтана вернулся чемпионат по пляжному футболу. В этом году турнир проводит Лига Содружества под эгидой Федерации футбола Одесской области и Ассоциации пляжного футбола Украины. Звания лучших пляжников этого сезона разыграют 6 команд, хотя набор участников пока еще открыт, отмечают организаторы. 4 команды уже заиграны, то есть приятно, что ребята из Черноморска приехали из соседнего города, приятно, что они не пропускают эти турниры по пляжному футболу. Заявились также всем известные команды нашего города, которые представляли Украину, чемпионы Украины, многократные чемпионы одесских соревнований, это команда «Глория», чемпион последнего первенства города ПСВ команда. В первом туре чемпионата ПСВ уверенно переиграл старт из Черноморска 6-2. Олег с минимальной разницей выиграл у титулованной «Глории» 3-2. Мы связались с Федерацией пляжного футбола Украины. Наш турнир только поддержали. Будет возможность, но опять же, там в Украине уже в Киеве в разгаре чемпионат. И будет чемпионат Украины в Хмельницком, если не ошибаюсь, будет проводиться в начале августа. То есть любая команда, которая заявится к нам в чемпионат, она... При желании, независимо от результатов текущих, при желании может поехать на финал чемпионата Украины по пляжному футболу. Такая договоренность у нас есть. То есть это как бы основной стимул, я думаю, для команд. Да, заявка команд-участниц заканчивается на этой неделе, подчеркивают организаторы турнира. Поэтому желающим побороться за звание лучших на песчаном стадионе стоит поторопиться. Александр Полуев, Игорь Казанжи, 7 канал. Вот таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-32-26. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш 7 канал.